Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы говорим «Остров пингвинов». Здесь вот вы смотрите, это как стратегия, что ли, какая-то, потому что... Ну, хотя как кликер, наверное, потому что мы сейчас создали... Пингвин, он одинокий. Новый уровень. 20. Повышаю уровень пингвин, чтобы получать больше золота. То есть мы... На нас работает пингвин, короче. Изи. Так. Улучшить рыбака. Давайте улучшим. Собери 500 золотых. Нужно собрать 500 золотых. Давай улучшаем рыбака. У нас еще в секунду. Так-то по сути... А, мы улучшаем. Вот это в секунду улучшается, да? Ну, давай сейчас 500 соберем. Все, последний раз. Собираем. Вот. Теперь надо создать пингвина. Давайте посмотрим. Пингвин... Как назвали? Адели. Выше производство золота и сердец на 150. А, ну просто если мы один пингвин. Так, а, это выход отсюда. Отлично, за одного пингвина вы будете получать больше золота. Продолжайте собирать золото и построить вторую площадку. А, нужно 900. Ну давай-ка посмотрим. Опа. Подарочек, нифига себе. Вы собрали достаточно золота, чтобы построить еще одну площадку. Вперед, сделайте это. Давай. Создать. Так, а площадку у нас с чем еще? Цветочный сад. Пингвин работает, блин. 900, смотри-ка. Так, вы можете получать себе, когда пингвин доволен. О, сердечки, это я так понял, что это. А, братан, иди копай, поливай. Вообще, какое-нибудь растение выживет в такой мороз. Тратьте сердец на развитие площадок. Так, давайте. То есть, вох, второй, смотри, рыбин получил. Автоматически производит. А, то есть автоматически производит. Вера площадь, теперь клинок будет сами собирать золото. О, круто! Когда площадки развиваются, производство золота начинает расти. Обучение завершено, не спешите, не наслаждайтесь шумом волн начать. Так. Короче, если что, мы можем еще одного пингвина создать. Только не будем фотографировать его. Нафиг он нужен, блядь. Че его фотографируют? Фига, следующий, короче, за 7000, представляешь, опеть вообще. Так, а площадки нам нужно как? А, подробно. Вот. Рыбацкая площадка и... Фига себе. Нифига себе, сколько, смотри-ка. А здесь надо 700 с лишним, бля, вот, вообще ужас. Здесь зато автоматически. Вот эти сердечки бегают. Так, надо задание забрать. Забрать. А, улучшить пристань надо улучшить. Ну какого там, кстати? Я думаю. Не знаю, что это такое. Нет. А, как побежал-то, а? О, до 15-го. Все, улучшили. Теперь надо... Зато мне нравится, что он автоматически. Можно прям, ну... Так, забрать, открыть ящик подарков. Где ящик подарков? Где ящик подарков? Алло, где ящик подарков? О, довольные. Ходит. Ну, надо дофигища сердец. А ящик с подарками, где он вообще находится? А, вот, кстати, 18А. Давай улучшим. О, следующего можно. Бам! Видишь, производство золота и сердец. Как обычно. Но зато у нас нормальные чуваки сейчас делают нам 1000 сердец. Так, надо вообще что делать? Открыть ящик с подарками. Где у нас ящик с подарками? А что это? А где ящик с подарками? Чуть не пойму. А, то есть они должны плыть. Они же должны, по-моему, где-то появляться. Вот сейчас мы подарок взяли. Не знаю, что-то я не помню, где ящик с подарками. Если вот этот я же ящик с подарками забабосит, ну то это, блин, ну это тупо. Где он? Хоть подскажите мне, где этот ящик. Что, появится?
Рыбак-фермер. А, он бегает. Так, а теперь развитие площадки 2000 на сердечко. Долг, много. Следующая площадка за 700 с лишним. Ой, блядь, что ты? Улучшил 11 тысяч, что-то я вообще офигел. Производство золота. Давай, давай, 5 тысяч там. Эти вообще что сажают? Они, по-моему, фермеру берут, да? У фермера. О. О. А, не да, цветочку фермеру берут, сажают. И доволен. Фермер, давай, побольше цветов надо. Говорю, не знаю, как они здесь уживаются, эти цветы. Непонятно. Странное, странное чувство. Так, 620 уже. А, нам-то надо 2000. И они рассадят здесь все. 6300. Все, успеваем. Ну, все равно мало, на мой взгляд. Три цветочка уже посадил. Давай, пингвин, идите. Собирайте цветочки. Достаточно вам. Все, рассадите цветочка. Побеги, беги, беги. О. А зачем, чушь ты? Ух ты, бля. О, награда какая-то. Завершить. Вы найти ящик, как является, открывать. О. Давай, давай. Ну, 700 это, блин, это много, на мой взгляд. 700 с лишним мы не сможем, наверное, улучшить. Давай, 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 ребята. Ну, мои цветочки. А некоторые пропадают, они что, умирают, что цветочки? Мне кажется, здесь было больше. Даже они рассаживают, наверное. Один сажает. А, вот, видишь, они пропадают. Они в разных местах, короче, сажают. Так, 10 тысяч. Давайте, 2000 осталось. Автоматически мы его уберем. Вон он бегает. Равно мало. Сам можно же купить, по-моему, да? Животные. Ой, животные можно даже открывать. Ящик с подарками. Не пойму, а что с ящиком подарками? Это сундук. О! Такое. По-любому не ящик с подарками. Ну, здесь вот где-то валялся в прошлый раз. Давай, братан, давай, работай, работай, работай. О, 5 цветочков. 5 пингвинов, 5 цветочков. Они просто сажают, а это рыба берет, да? А, ну это кормится. Кормился, идет. Сожрал, все, доволен. Нормально. Уже 400. В принципе, скоро даже автоматически можно будет сад сажать. Развитие площадки, исследование. Скидка на улучшение. Стоимость улучшения площадки снизится. О! Ну, сокровище увеличивается. Скидка на постройку. Скидка на постройку. Ну-ка, на подарок. Ну-ка, подожди. Так, пингвин нет, нам надо, чё? О, 660, давай быстрее, быстрее, быстрее. Давай на площадку, тоже скидку надо сделать. Площадки? Блядь, ну площадка. А, либо то, либо то. О, создать. Уху! Каменоломня. Открыт у нас другой пингвин. Нифига себе, за сколько он вообще каменоломит. Нормально.
О, у нас 11 тысяч, нифига себе, площадка развития. Точный сад получает автоматически золото. О, 10 тысяч даже не хватает еще. А, довольно. Это камень сейчас коммунизит, да? О! Че, камень бьет? А, нет, он камень коммунизит. Че они делают, старые? А, ну тоже простой пингвин. Ладно, ребят, если вам понравилась данная игрушка, я оставлю ссылочку в описании. С вами был Шевеля. До новых встреч. Пока.